Седьмая часть Bloodborne. Еле держатся пацаны в чатике. Посмотри самую верхнюю могилку, вход или соборный. Попадись чудищу. А, чудище уж попасться нужно. Давайте действительно. Я, короче, сомневался. Хотел в DLC сходить, вот в. Чтобы самоцветы там пополучать. И, в принципе, там довольно тяжело было, когда я туда первый раз пришел. Вот, но больше я за самоцветами туда. А, стоп. А мы же дошли, типа, до конца. И там был тупик. Это же в той локации было, да? Там какой-то босс спал. И мне, типа, туда еще было рано. Это, кажется, оно. Сейчас, во-первых, через соборный сделаем так, что нас схватят. Есть тут одна рука загребущая. Не, не здесь. На противоположном, видимо. Да, где-то здесь, похоже. Вот она. О, пошло-поехало. Привет, Кефир. Это не та рука, говорят. Черт. Не в те лапы я попался. Сейчас посмотрим, куда нас нелегко это занесет. Та эта рука, говорит Воронс. Ну, фиг знает. От Амелии и налево надо тебе, Азазель говорит. Так, а как называется это, этот чекпоинт? Только что писали, не обратил внимания. Но это уже другое, другая местность. Да, мне не сюда. Инфа соточка. Увы. Так, Амелия и налево, ребят. Амелия и налево. Кошмар охотника, говорит. Шафтер Хоп. Кошмар охотника. Есть сон охотника, есть кошмар охотника. Так, теперь давайте Амелию искать. Надеюсь, чекпоинт в честь нее назван. Нет. Блин, как все тяжело-то, а? Когда память хреновая. Не работает главный собор в настоящий момент. Закрыт на реконструкцию. Да. Главный собор Амелия не работает. Несколько локаций, они не активны. Типа как тюрьма, например. То, что туда не дойти. Тогда соборный округ и в главный собор, говорит Зируэль. Это какой из трех выходов? Лево, прямо или право? Роди спрашивает, когда ФФА, не знаю. Нет у меня ответа на этот вопрос. Если не работает, значит кто-то делал, чтобы не работал. Требуется детектив Пуч. Воу-воу. Дотер. Прямо и направо. Спасибо, Зерыч. Работаем. А, в конце лестницы, в общем, в противоположном направлении, да? От Амелии и налево. Амелия просто раза с второго сдохла, поэтому... Ну, несерьезная она. Спасибо, ребят. Ну, ясно.
бей меня, ну. Да я уж особо не уворачиваюсь, ну бас. Так, то есть здесь поднимаемся наверх. Тут будет несколько мопцов. Три штуки, если быть точным. А чё ж ты не застанил-то? Нет, нет! Проблема в том, что остальные спокойно поддавались на микростан. Может, это из-за лестницы такая хрень? Ну, типа, не откидывает его после моего удара. Первый гуф. Черт. Черт! Привет, Сержант Пеппер. Сержант. Сержант Перчик. Вот у этих есть такие микростаны, то есть ты... Эй, ребят, ну... Давайте не будем. Вон, раз. И удар прерывается, типа. А тут что-то вообще... Ториум, привет тебе. Эти ему пофиг. Давайте проверим это утверждение, что это из-за лестницы. Хотя это маловероятно, но странно очень. Может, из-за того, что у него ХП... ХП побольше, чем у остальных. Не проверил. А план-то был хорош. У кого мои души, признавайтесь. Я не вижу душ своих. Это тоже... Не это самое, не алё. Не отталкивается. Где тут мои души? А, вон они. Я понимаю, что мелочевка, там 4 косарика, но... С двуручниками не прерывает. А, вот в чем дело. Так, ну вот я камелий поднимаюсь. Тут один моб жёстенький. Я помню тебя. Зайди в собор, говорили, там весело, говорили они. Я захожу. Здравствуйте. Тут была Амелия. И там кто-то есть. Ой. Ой-ой-ой. Во что я ввязываюсь? Кто такой? Не понял. Это охотник какой-то. Очень плотный. Даже с оружием, которое зачармлено было. Жесть какая. Очень плотная. Подругам. Твою ж медь. Выпей два раза. Воу-воу, там еще. Блин, да. Там у меня удар где-то 200 урон. Проходит, не знаю, там 20-30. Это какая-то грязь просто. Либо на парирование или ее ловить. Но я нифига не вижу. Ладно, можно поставить, допустим, факел, допустим. Но там 3-4 удара, я гуф. Рановато, кажется, к этому. Это даже не босс, это просто... Просто охотник, видимо, очередной. Во, на вечер занятие. Да нет, вы что, с ума сошли? Явно мне не по зубам этот... У него ХП столько же, сколько у прошлого босса. Ну, точнее, не ХП столько же, а... Да как достал-то? Ой, не тих вообще. Не надо, друг. Налево, а там или налево. Сейчас вспоминать буду. Ага. Так. У нее клинки милосердия, одно из быстрых оружий в игре, наравне с рапирами, шпагами и ракуйо. Ругаешься, дурак, да? Так, ну я бегу. По наводочке. Куда-то в сторону DLC. Я надеюсь. Хотя тут лес... Я был разок здесь в пуле хорошо фармить. Псы и стрелки повсюду.
Воу! Новые чудики появились. Не, ребят, нет, нет, там вас слишком много. Не туда, говорит, пошел. Класс. Класс. Не в левую, а в правую сторону. Вот добро. В правую, мне казалось, там вообще тупик. Или там как раз рука, которая перен... Ну, в общем, посмотрим сейчас. Кажется, это путь к ведьмам куда-то в том направлении. По крайней мере, по антуражу. Очень похожим. Если тебе в DLC, то это кошмар охотника. Если тебе в другую скрытую локацию, тебе от собора направо. А, то есть мы вообще в какую-то другую скрытую локацию. Меня ведут не туда. Ну, ладно. Хорошо, хоть ведут. Да я ведь заплутал бы. Попадись там чудище, пожалуйста. Хорошо. Вот здесь вот руки, да? Рука должна быть. Я ничего не вижу. А, ну тут есть спуск, тут не тупик. И я тут не был. Я тут точно не был. Давайте на крышу, может, попробуем выбраться. Воронье. Вороны простенькие достаточно. Так, что у нас здесь? Внизу по лестнице, если спускаться, лут. Снизу какой-то NPC стоит. Эними причем. И нет, не один он. Там как минимум двое. Ладно. Потихоньку спускаемся. Я прям к ним и выхожу. Ох! Привет, хосты! Так, он зачармил молниями оружием. У него щит еще. Так, у него очень хороший... Очень хороший, так скажем, клиф. Ну, то есть... Ну, хотя хп они не завезли. Вот в отличие от той мадамы. Да брось. Тут уже нормальный урон выдается. А вот на той был вообще. Сгусток крови нам дали. Экспы 3500 всего лишь. И 4 кусочка молниевой бумаги. Но там был еще кто-то. И мне казалось, сверху я видел лут. А, нет, я видел блик и то вдалеке. Ладно, второй френдли, может? Не, не френдли. Так, давай-ка мы зачармим снова оружием. А, мы не можем. Да хорош, ну. Стрелок, а ворошиловский. Ё-пэрэсэте. Так, он... У него, кажется, копье... Да, копье с этим... Вот сейчас будет копье с этим, с пистолетом. Очень юркий. О, бэкстепчик. Но он не пробил. Он не наносит такого сверхсерьезного урона, если, конечно, атака не пройдет. Эти пистолет скорее как... Ой. Мало урона, мало. Да ёпперсете. Очень юркая скотина. Добил, напоследок он подловил меня выстрелом. Но ничего страшного. 10 пуль. Непонятный колодец. Лунат активировал премиум на канал.
Откройте. Нет ответа. Ну, мало ли. Вдруг бы открыли там с третьего раза. Так, вот еще одно место, куда постучать можно. Нет ответа. Ну, фонарь типа красный стоит. Значит, можно взаимодействовать с... начинаю теряться. Зачем этот выступ? А, крабик там снизу. Видел, видел, видел. Ну, окажись. Куда я прибежал? Вижу двух стрелков. Одного плотного товарища. Начинаем по стелсу убивать. Никто ничего не замечает. Какой-то у меня стелс. Пулики берем. Да, этот товарищ опасный. Надо выстрелить вовремя. Это не вовремя. Капец. Ладно, мы его так запинать можем. Какие проблемы? Только надо атаку... Все-таки пробил его блок. Да, тут урон хороший уже. Блокируй, не блокируй. Я мог вот таким вот образом спуститься, правильно? Это я как раз выхожу. А нет, это альтернативный способ. Господи, я уже в двух соснах заблудиться умудрился. Ай, и джойстик, зарядка отключил. Уже третий раз здороваюсь, спрашиваю, катану купил? Нет, какую катану? Привет, кстати. Катану не купил. А, ту катану. Понятно. Не, не купил. Так, давайте еще разок сверху это попробуем. Может, увижу я жука. Паука, хотя вряд ли, он наверняка уже сиганул куда там. А, ну я понял. То есть я его встречал, в принципе, если бы шел по-человечески. Опять стример. Страйкер, давненько тебя не было видно. Так, второй. Я слышу еще собаки где там. Да ну брось. Блин. Там два краба, ё-моё. Одного взяли. Хотя тут два одинаковых осколка. Ну, блин, сейчас... Мне краб подставил. Не стоило, конечно, за двумя одинаковыми осколками. Вставай, свинья! Я не ему говорил. Я себе говорил. Слава тебе, Господи, справился. Там я какой-то лутецкий оставил. Это, видимо, со стрелка какие-нибудь пули, например, да? Да. Добрый вечер, Clear Evil. Clear Evil. Так. Так. Свинцовый эликсир. Это вот как раз штуку за прозрение можно было покупать. Но раньше у меня такого не было. Лекарство перераспределяет вес для отражения атак. Тягучее, липкое, жидкое лекарство на время меняет вес, что позволяет легче отражать атаки. Применять с осторожностью, поскольку это замедляет движение и не влияет на защиту. То есть становишься медленнее, но... Хм.
Медленнее, но у ворот эти полу... Это как вообще? Нет, нет, нет. Надо будет проверить разок. И вот. А, увеличивает окно репоста. А, я понял. Нас тут как раз забирать будут. Это вот это DLC, да? Можно еще дальше пройти. Кто-то говорит, что это от микростанов. Это не DLC. Духовная деревня. Так, а я здесь был. А ты ж мне сюда... Чё же мне сюда отправили-то? Ёпарасоте. Ледокол. Подскажи, как мне попасть в то место, где DLC. Где клевые самоцветы. Сложные эти, охотники. Ктулху телепорт он позади. Не, я уже не верю тебе. Пусть монстр заберет себя. Ну, понятно. Вот это, насколько я понимаю, дальше на прогресс. Из сна охотника. Говорят, это кошмар охотника, это первый раз был. Хорош. За них даже экспы не дают. Видимо, за, как за воскрешенных. Так тебе надо попасться в руки той твари. Подходишь к могиле, около которой иногда стоит кукла. Подходишь к могиле, возле которой иногда стоит кукла. Над магазинов, где хилки покупаешь. Как все сложно там. Хорошо, спасибо, Зера, сейчас проверим. Возвращаемся в сон охотника. Да, да. Эх. Тяжело. Когда память хреновая, когда ты не помнишь название локации. Так, подходишь к могиле, около той, около которой иногда кукла стоит, над магазином. Вот здесь я хилки покупаю, над этим магазином. А, вот этот, наверное. Кошмар охотник. Дичь какая, спасибо, Зерыч. Все. Наверное. Хотя в кошмаре я был. Сейчас проверим. Азазель 12027. Фейспалм поставил. Да, я здесь был. Но, блин. Кошмары есть DLC. Ладно, давайте здесь внимательнее. Оникс сегодня точно не будет в ФА. А, да-да-да, это оно, кстати. Это оно есть. Блин, вот у этого упыря... Они тут очень все жесткие. Я помню, с копьем его обузил. Арбузил. Может пробовать его... Да, причем я видел, что он собирается стрельнуть, понимаете? Что же мне делать-то, а? Твою ж мать. Иногда очень долгие замахи. Ладно, давайте на тупого просто будем. Ну, он достает. Надо, видимо, в противоположную сторону уклоняться. Нет, не надо, не надо. Добью. Добил. Вот, и самоцветики попадали. Первые. Хорошо, наверху еще охотник. Здесь много всего. Воронье, например. Повыше левелом, которое...
Миски, привет. Спасибо тебе. Так, ребята. Мне нужно вот так вот сделать. Есть факел, поэтому данные упыри будут некоторое время неактивные. Dark Souls, Соули. Dark Souls мне понравился больше. Так, слева один хантер, здесь прям по курсу будет стрелок вроде бы. Что? А, ну да, я помню его. Нецензурщина. Снизу было пару охотников. Наверху, кажется, будет... А, да, наверху. Надо их согнать на огонь. Как рациональный просто. Я даже не помню, на чем я здесь остановился. То есть я, кажется, приходил, там как раз босс, который не активен. Да, там замес идет. Но здесь, в отличие от... Опачки, сюда я не ходил. Инфосоточка. Нет, или ходил. Или это альтернативный, типа, шорткатик? Боже, что мой. Не помню. Там пулемет. Он за пулеметом стоит, стреляет, скотина. Я тут определенно не был. Два пулемета там. Три даже. Ой, тут еще справа один. Господи. Battlefield, что ли, новый? Причем, ну он меня чуть не запинал этим. А, тут вообще не в разные стороны стоят, стреляют. А ты что стоишь? Сейчас проверю еще это орудие. Окей. Пузырьков маловато, 13 штук. Ну ладно. Говорит, это дорога к боссу. Что очень, конечно, меня радует. Так, тут двое, да? С чем он, я не вижу. А, они с маслом кидают или бомбы. Ну, в общем, зажигают. И охотник один. Да блин, я застрял. Твою ж медь. Какие они злые все, а. Там один удар, и то ли это был взрыв, то ли это был удар с его оружием, вот этого молота. Трындец. Ну и начало, конечно, было хреновое. То есть я в начале этого боя за могилкой, между стенкой и могилкой застрял. Он поджал меня еще, в общем, слово за слово. Я оттуда выбрался только после его, после того, как он сам подвинулся, можно сказать. Сейчас я попробую скипнуть упырей, потому что нафиг нужно.
Наверное, 20 коду ждет, чем рисковать тут. Тем более я знаю, куда идти. Приблизительно. Эй, ребят, нет, не план. А! Это было настолько неожиданно и ультимативно, что я даже не стал перекатываться, потому что я находился посреди просто этой лестницы. Назад вообще забей, в бок там перила, никаких шансов. В этот момент ты понимаешь, вот в этот момент тебе жизнь, вот я представляю, что чувствуют, наверное, люди, когда вот последние секунды. Ну, там, конечно, паники больше, а не веселье, но вот это вот мгновение, осознание неизбежности, оно... Я его прочувствовал. Не в душах счастья, вы знаете, а в их количестве, поэтому 20 тысяч несерьезно. Главное сейчас с пулеметчиком разобраться нормальным. Мне кажется, тут можно как-то вообще по-хитрому побежать. Да, если не застревать. Переживал себе. О, успел. Неожиданно стоит такой. Внезапный. Так, ну вот мы дошли до этого момента с жутковатым чуваком. И где-то тремя миньонами. Мне бы выманить сначала миньончиков. Кажись, он уже идет. Давайте, ребят, ну давайте, ну. Смелее. Упыри. Да, тут гад, конечно. Увидел меня, что ли? Стоит пока просто. Вот гады, а. Да, заметил. Заметил и побежал. Чарм. Твою. Все удары дилейные, но мега, мега жесткие. Наверное, лучше уворачиваться. Как? У него какая-то взрывоопасная пушка. Да, с него лучше, наверное. Оп. Оп, не заметил опять. Второй раз вот этот удар. Клевый. Ай, попал. Наверное, надо под пушку уходить. Потому что... Не, не всегда. Некоторые удары, ну, просто вокруг. Понимаете, куда бы ты там не ушел. А, просто они с разной стороны начинаются. Ну, забрали. Три пузырька крови. Это обычный моб за 2300 крови. Нормально обычный моб. Надо утро начинает с того, что этого моба убивать. А, там какая-то еще мина, слышите, тикает. Замедленного действия было. Хоть пузырьков я тут восполню 5 штук плюс. Кто там? Я вижу снизу. Звери какие-то. Тут один. Да, там бомба, которая взрывается спустя. Два одинаковых осколка. Это ерунда, конечно. О. А, я думаю, что это напоминает. Это же первый уровень напоминает. Ну, короче, какую-то из базовых локаций. Так. Ой.
Спасибо, друг. Да я видел там лут, просто это настолько очевидная ловушка. Коктейль Молотова замедленный какой-то. 5 штук. Но это, видимо, как раз то, что кидали. И здесь не было ловушки. То есть они могли, конечно, сзади подойти, но это была не та ловушка, которую я ждал. А, ну да, вот. Это мост. Сейчас будет в коляске еще сидеть чувак здесь. Должен был сидеть. А да, вот он сидит. Только мертвый. Ой. Оценили, да? Помните, когда мы первый раз этого чувака в колеске встретили? Первый раз, очень рано. Он сидит, сидит, потом хренак тебе и из пистолета. А тут ты приходишь, и как раз лут лежит. Ты берешь этот лут, и он тебя в спину шмаляет. Это был такой легкий шок. А сейчас ты приходишь, он мертвый. Но вот эти вот тики, я их услышал, я перекатился, думал, ну как бы выдержу. Потому что у этой бомбы АУЕ, ну вот, которую они кидают, не такой большой. А он там был заминирован очень порядочно. Что рвануло буквально все. Вот и все. Ребят, ну раз уж мы тут сегодня собрались... Давайте хотя бы кого-то я порежу. Так, а могу ли я скипнуть того с молотом чудака? С каждым разом все увереннее и увереннее. Блин. Не говори, гоп. А, да, там же еще один пулемет стоит. Это не та ловушка, говорит. Как не та ловушка? Очень похоже. Ну, то есть место один в один. Домик, правда, покошенный. Ладно, я попробую скипнуть. Хотя трындец, как тут скипить-то будешь? Особенно когда... Воу! Вот я скипер. Знатный. Плотные они. Даже обычные мопцы плотные весьма. Ой. Я думал, у меня альтернативочка, я сейчас бэкстеблю его. Переключу в другой режим. Да-да-да, у двери у чувака были мои души, я видел его горячие глаза. Я заглянул в них. И решил не лезть. Сгусток крови чудовища. Сейчас мы на мост же поднимаемся, да? Ой. Блин, твою ж медь, кто такой? Твою ж дивизию. Очень плотный чувак. Да тут какие-то все злые, ребят. Вообще все злые. Капец, три удара, тебя нет. Блин. Я его, знаете... Бью-бью, у него хп особо не алло. Причем быстрые удары, реально, если ты начнешь его пытаться словить. До него, во-первых, добежать нужно. Я уже начинаю сомневаться, что в эту локацию мне надо. Давайте я тогда попробую в другое место там свернуть. Хотя бы до босса бегу. Надо было, наверное, не выпендриваться пока. И идти по основной сюжетной. Ой,
Да, я не знаю, просто босс должен быть вообще жестким, по идее. Ну, посмотрим, сколько мы по нему пробивать будем. Там оружие залутал перед взрывом, да? Ничего не залутал. А, гремучий молот, скорее всего. Сила, ловкость. Модификатор силы С. Хитрое оружие старых охотников. Ну, это тот молот, который у чувака... Давайте прочитаем лучше, ладно. Хитрое оружие старых охотников, изготовленное еретиками мастерской. Огромный молот, снабженный крошечной домной. Если ее разжечь, она испускает языки пламени и взрывается при каждом ударе. Гремучий молот ломает чудовищем ребра, а потом сжигает их плоть. Его грубая простота пришлась по вкусу охотникам, питавшим к своей добыче особенно сильную ненависть. Прикольный молот. Куда ж ты бьешь-то? А, я так бью, потому что у меня... Ой, точно! А, там застрелила турелька своего. Одень хотя бы. Как я его одену, если там силы 16 нужно? Хотя бы. Это ж не Dark Souls. Нужно хотя бы... Ой! Не-не-не. Ой! Да-да-да. Вот сюда. Ой, тут лут. Я удачно зашел. Цилиндр старого. А-а-а, охотника, я не хочу туда спускаться. Господи, тут... Какая же тут грязь, а? Да там... Такое кровавое... Ох. Ох. Ну, трындец, приехали. Конечно же. Я не знаю, что эти дуры делают. Плотные. Бьют больно. Не вижу ударом. Добей. Хорош. 500 экспы. Господи, я вообще сюда не по времени пришел. Вообще не по времени. Трындец. Не надо с ними сражаться, блин. Они сейчас стреляют. Ой, как больно стреляют. Что еще будет? Ёпрсп. Отравление. Беги, Мишган. Беги, 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 найди, найди, куда бежать. О, нашел. Ой, крабик, 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 давай дружить. Хоть кто-то меня тут не унизит. Надеюсь. Давай два куска мне больше. Два куска, еее, на пушку нагреет. О, господи, ну тут... Налево пойдешь, лут обретешь, направо пойдешь, смерть отыщешь, прямо пойдешь, пиксели упрешься, да. Ну, короче, я на смерть пошел, добрый молодец. О! Сейчас я часу не легче. Строчу и танка пулеметчиц. Че по дамагу-то? Я вообще по нему не... Да, дамаг 34! Что за хрень вообще? Куда я попал? Что за... О, лут. Еще кусок. Ой. Собирай. Перед смертью. Собирай. Длань, чего-то там. И пулеметчик здесь. Ой, зомби какие-то. Ёпрсп, вообще класс.
ХП нет, непонятно, куда я попал вообще. Что это такое? Кусок кровавика отличный. Уже не зря прибежал, господи. Зачем, зачем, за что? О. Ну, конечно. Ой, черт. Конечно, пора умирать, кажется. Играет мелодия с Тристрама, поэтому... Все, и убежал? Нет. Так, ну я там полутал. Хочу в противоположную сторону сбегать. С одной стороны, это неплохо, на самом деле, потому что я столько ингредиентов пособирал, и сейчас абсолютно спокойно смогу, по крайней мере, один апгрейд сделать. Но вот с этими упырями не сражаться вообще никак. Они злые. А это вообще убегает куда-то, как будто... Так, и что у нас здесь? Ты кто такой? Просто пес. Просто пес, которого 4 удара надо нанести по нему, чтобы он... Чтобы он... Да я же жал! Бешеная холодная кровь. А представляете, что будет с боссом? Ну, то есть, что босс со мной сделает? Мне даже представить себе страшно, если какого-то упыря, за которого 500 экспы дают, я еле-еле там убиваю, он с 3 раз меня ручками... Блин. Я понял, что... А вы откуда? А, это ворон. Тоже ворон, 4 удара, здравствуйте. Ой. Ой. Может, не надо, блин. Тоже жесткий какой-то. Не, тут, по крайней мере, косарик я ему наношу. Нет! Да бей уже. Ой, вороны! Воу. Да грязь! Просто самая натуральная грязь. О, самоцвет свежей крови. Я на самом деле в DLC за этим пошел. За гипотетическими самоцветиками. Камешек не удается забрать. Ну, как? Как жить после такого? Так, вижу еще лутецкий, но хрен я его достану сейчас. На камне такой вожделенный. Могу на лестницу наверх, но я сейчас проверю, во-первых, дверь. Вот эту вот, дверь. Ага. Тут за углом, а там был тупик, вот здесь вот еще слева, да? Тут дверь. И слева один товарищ с псами был. Псарь. Ну так, просто по приколу его убьем. Пузырек крови. Что за длань? Да, что за длань? Давайте посмотрим, что за длань такая. Это оружие. Тоже на силу. Рука великого амигдалы небольших размеров. Кто такой? Строго говоря, длань амигдала нельзя считать хитрым оружием, но некоторые безумцы используют их вместо дубинок. Длань напоминает массивную костяную палицу, но если ее раздвинуть, она начинает дрожать, как если бы до сих пор являлась частью живого существа. Тайная атака есть. Физика и тайная. Модификатор CEM. Ну, шапка новая, я слабо верю в шапки, на самом деле. Ой. Блин, даже инвентарь страшно смотреть. Колпак, кажется, старого охотника, да? Что-то хуже, что-то лучше. От огня получше, от кровавой защиты получше. Или цилиндр. Цилиндр, кажется, ему. Амигдала — это великий, который был в церкви после убийства паука.
Ясненько, ясненько. Но я пока живу, 7 фласок, кое-как там полутал. Что-то там пробежал мимо. И вроде пока жив цел. Бобер. Так, а я отсюда не смогу случайно запрыгнуть? Вон еще лутецкий на той стороне. Может, на балку спрыгнуть и туда-туда? Цок-цок-цок. А давай! Акробат. Да, и еще разок по балке можно... Одеяние констебля! Воу-воу-воу! Констебля! Звучит как ругательство, конечно. Ну, неплохая защита от молний. И от прямых ударов. Посмотрим, как выглядит. О! Юнкерок такой. Но по эффективности, конечно, лучше оставить... Эй, не так. Лучше одеяние палача. То есть оно ровнее, видите, справа по всем. От прямых, от ударных, кровавое, тайное, все выравнивается. Немножко падает огненное на десяточку и молниевое на двадцатку. Но остальные выправляются от 20 до 40. Так, а как туда-то попасть? Отсюда никак. Отсюда, кстати, я могу... Еще спрыгнуть. Спрыгнуть ты можешь, но зачем? А ты там был? Кажется, из какой-то вот норы вышел, как раз с этой стороны. Угу. А, нет, ты просто оббегал здесь. Здесь бегал. Окей, ладно. Чувствую, что я там упустил, но ладно. Переживем. Мне бы какой-нибудь фонарик для сейва, для апгрейда оружия, чтобы этот мучительный путь не повторять вновь. Ой. А это шорткатик, судя по всему. Нет, тупо лестница. Стопэ. О, господи! Да там упырь здоровенный. Ядрами стреляет. Это, скорее всего, ваншот вообще. Куда меня нелегкая занесла, а? Ну что, Михаил? Бобра ноги кормят. Видишь лут, не видишь препятствий. Знание безумца? Как раз по мне. Ага, он слева, я направо. Ха! Облапошим. Выстрел. 6 пузырьков крови. What? Так, я тут ничего не пропустил, нет. Камешек. Опять не помещается. Но это точно босс. А, это босс, пацаны. А, тихо. Скотина. Откуда ты появилась? Нет. Пусти, я хочу на боссе отдаться лучше. А может, это был босс? Откуда она там вообще? Откуда? Ладно, короче, в DLC мне пока рано. Я знаю, где находится босс. Но я туда не хочу. Жесть. Такая жесть. Пойдем на прогресс. Вот сейчас почувствуете разницу, блин. Когда мы придем в локацию, которая нам по... По уровню.
Надо будет юзнуть несколько. Сори, я думаю, хватит. Для начала пойду сделаю апгрейд. Опа, модификатор ловкости будет А. Ой. Не, не будет А. Это у нее сейчас А. Да? А уже же было. Я думал, нет. Ладно, насколько увеличивается урон? 124-131. И плюс от модификаторов разных. 6 кусков нужно для следующего апгрейда. Чинить нечего. У меня появилось несколько новых самоцветов, которые в теории можно... Опа, вот оно. Физические атаки. Вот самоцвет. Физическая атака 12,6% и заряжен на 4,6%. Да? Ну, как бы, тут физика 8, тут 12,6. Что думать? Это раз. Есть... А вот, может, нет. Есть самоцвет свежей крови адепта, который ударную атаку... А у меня первый без специализации. Без специализации. Ничего круче нет, да? Ну, есть просто физика, есть ап ударной атаки и какой-то еще доп физ. Доп физ, а это чем? А ударные это вот эти вот размашистые, ладно, возьмем так. Треугольничков нет. Толковых. Что по факту у нас получается 131 плюс 112. Хорошо. Что-то я еще хотел. Что еще хотел сделать? Пушку прогрейдили, самоцветы поменяли. На левел мне не хватит в любом случае. Так, и нужно мне куда-то там в яр... Яргул, возможно. Мне казалось, Яргул. Может быть, чекпоинт есть подальше. Нет. Мне кажется, вот как раз Яргул. Туда сегодня доходил. Но там много ответвлений, самых разнообразных. Попробуй отдаться монстру, maybe тебя куда перенесет еще. А мне хватит пока. Я вообще хочу сейчас ледокол, я хотел совместить как-то. На босса хочу на какого-то добежать, наконец. Прибежать, убить его, унизить. Да, мне сюда. Только непонятно, в какое именно место. Хотя, блин, были же ближе чекпоинты. Нет. Просто вот с этого фонаря... Кажется, можно было как-то срезать. Да, спуститься сюда, потом как-то куда-то направо, да? Сейчас разберемся. Не помню. Кто стреляет? Так, это не тот режим. Оп! Я жал. Перед бог я жал. Да, вот такие вот удары с бонусом будут идти. А вот он лифт. Мне кажется, туда. Мне раз два. Озарение. Да, кстати, можно юзнуть озарение. Будет как раз 80. Такой переходный вариант. Главное его не отдавать никому. Слушай, рядом тупики. Может быть, это шорткат на будущее. То есть этим лифтом я еще не пользовался. Поэтому, видимо, можно будет срезать.
Поэтому отсюда спускаемся вниз, видимо, да? Здесь толпень же народу. Ё-моё. Но все равно больно бьет. Если попадают. Они попадают. А, там сзади ж рука ловит. Да ё-моё. Собрались. Собираем. Коктейль Молотова, да. Дай. Черт! Там еще третий был. Я думал, там два стрелка только. Костя, привет. Такие радостные крики, но мне больше нравится, как ты показывал, как крутил маленькую музыкальную шкатулку. Крутил маленькую музыкальную шкатулку не капа, а КПП. Не капа, а КПП? Крутил я шкатулку, вертел. Ладно. Все не так просто, уважаемые, все очень непросто. А, часть вообще находится изначально здесь. В частности, один. Да, я же жал. Оп, стрелок один. Пожалуйста. Ну, вторая порция упырей. Да не, не то. О, хорошо. Как словил, да, вы видели? Я думал заебейдить Молотова. В результате просто лицом бутылку словил. С зажигательной смесью. И это была грязь. Самая настоящая грязь. Тот самый момент, когда ты практически физически ощущаешь. Беги. Нет. Выпил два раза. Нет, один раз надо было пить. Хорош. Выкрутился Межган, молодец. Вот здесь нормально сыграл. Наполучал, конечно, вначале, но потом собрался. Тебе надо во вратаре сборной по футболу. У нас вроде хороший вратарь. Да, там же резуректит еще упырей этих. Я помню, я здесь... Вот это вот колокольчик звонит. И поднимаются упыри. Восстают. Тихо. Прикольно, даже такие встречаются. Так, сейчас внимательнее. Я помню, что здесь бегал в прошлые разы, там двери открывал, что-то шорткаты открывал. Кажется, по шорткату я сюда и прибежал. Но вот... What's next? Я очень хорошо помню. Ага, справа внизу тупик, там служба идет. Блин, они тоже злые. И тоже чем-то... Не, ну, урон у них, естественно, проходит. Умеряющий кровавый самоцвет. Простенький дают. Но ХП не настолько много, чтобы... Опять Ктулху рядышком. Берегись, женщина. Ой.
особенно стрёмная. Он тут хилялся. И все, и его убили. Вопрос, кто убил? Расследовать обстановочку. Трындец, где она звонит? Я сразу бачком. По-хорошему, сначала нужно саму нервы вырубить. Я вижу, там сидит. Блин, как же ты писишь. С другой стороны открывается. Там сундук за ним. Я бы не стал его будить, если б не сундук. Да подняться-то могу. Господи, такие звуки. Зероль говорит, кстати, если тебе нужен совет, то можно купить фонарик, повесить. Да есть у меня, он выносливый, медленнее с ним восстанавливается. А у меня, в принципе, пушка такая, что... Да он точно встанет. И второй еще, оказывается, есть. Ну, приехали, блин. Ты как, сам? Не очень, да? Ну, такие удары увесистые. Это не обуза, тактика. Халяш. Он прошел. Ну, что я могу сказать? Это было не очень сложно. Шайбу, говорит. Ну, изи же. А ты откуда появился? Упырь. А там подсказка, типа, высшее существо, обращайся аккуратно. Я же убил этого пулеметчика. Может, его, опять же, колокольчиком воскресили? Малый Тони Трус. Это булава, насколько я помню. Остый поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. А любимой моей еще, если можно, привет передай. Картошкой я ее зову, ей приятно. Картошка? Ну и да. Гэчел. Картошечка. Конечно. Блин, меня сейчас здесь заберут, конечно. Так, а любимой девушке... Жене, не знаю, там, кому она, кем она тебе является. Большой привет. Мы тоже с женой очень любим картошку. Женя так вообще фанат. Да как достал-то? Мне за них даже экспу не дают, за этих упырей. Понимаете? Их воскрешают, 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 воскрешают. Да как так-то? А тут реально тупик. Да, и поднимается это. Валить отсюда надо, вот что я думаю. Просто валить. Не нравится мне это место. Надо спокойно почитать будет. А, четыре удара просто одновременно словил и все. А словил я их потому, что не приключил тип оружия. У меня остался колющий тип. Я должен был их сразу сплэшем задевать и перебивать атаки. 20к нужно выручать. А у меня фласк. Неполное количество.
Я начну со стрелка. Не рискую. Аккуратненько, аккуратненько. Да, я застрял. Я немножко не помню, куда именно бежать. А, вон туда бежит. Кажется. Да-да-да, сюда. You beast. Тварь. Отродье. Чудовище. Да, и вот здесь вот где-то должен быть. Только я... Попробую собрать тех, кто за мной таки увяжется. Не, не увязался, хорошо. Так, ну что, девчонки, у кого тут мои души? Ой. Ёпрсете. А ты откуда? Да как не умерла-то? Так, души, видимо, где-то раньше выпали. Вот они. Ну хорошо, 20 косарей, по крайней мере, вернул. Можно на левел скинуть их. А можно попробовать пройти дальше. Еще, кстати, бутылок нет. Поэтому... Вот здесь я отдавался и дальше, кажется, не ходил. Они все продолжали звонить. Кусок кровавиком. Ух ты, массовочка какая, блин, я застрял. Воу! Еще один. Уйди, Миша, уйди, уйди, ради бога. Воу! Your beast. Уху! Пыщ. Экспы-то все равно не дают. За этих тварей. Ну, хоть пузырьки иногда. А, не дают из тех, кого поднимали. Ну это что такое? А, там еще одна. Там одна бабка за орудием стоит. Там пушка у нее. И сзади новые пошли. Ой, господи, а. Или там молнии какие-то. Я не понимаю, откуда звук, Анжелика, блин. Да это Battlefield какой-то, я не знаю, Star Wars, Old Republic. Лазеры, огонь. Вообще, нет, это Half-Life 2. Все, я понял. Это вот эти вот треноги ходят. Или колоссы из StarCraft 2. Так, как мне быть? Мне будет... Во-первых, надо вернуться в сон охотника. Потому что, ну, 11 бутылок, а там 30 косарей на кону. Во-вторых, понять вообще, как в той ситуации действовать. С одной стороны, они постоянно новые появляются и появляются, и появляются, и появляются. И ничего не сделать. То есть, а тебе нужно вроде как там осмотреться туда-сюда, куда бежать, что лутать. О, неплохо, 6К. Пузырьки, пап. 720. Это на один забег. Может, ты продашь что-нибудь никчемное? Вот там оружие, например, на силу, которое... О-о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 -
Сразу как-то попроще стало с деньгами. О, одеяние констебля за 10к. А кладбищенского почему я оставил? Типа из резистов на фаер? Палача лучше. Пять косарей. Просто из ниоткуда. Надо подумать, куда вообще их сливать. Кроме бутылок, естественно. По уровню у нас следующая ситуация. Жизненная сила кап. Стойкость почти кап, но вроде как не нужен. Потому что мне хватает как раз на 8 ударов. Ловкость кап. Тайный... Так как надо. Не хочу я силу качать. Хочу ловкость качать. Но там уже штраф идет. Но в принципе он не такой большой должен быть. И выбирая между... Короче, пару ловкости, наверное, добавлю. Ладно, давайте стойкость и ловкость. Стойкость, чтобы вот прям... И на остальное надо будет купить еще с дюжину бутылок. А, катаны лучше попробуй за 50к. Черт. Действительно, у нас же здесь катаны есть. Вот это вот. Чикаги. Модификатор ловкости не очень. То есть тут оттенок крови скорее главным бонусом будет выступать. Ну и да, можно пушки любые выкупать после этого. Понял. Хокаги? А это Хокаги? Чикаги. Ровно дюжина бутылок, кстати. И задача сейчас, по крайней мере, за 30к спокойно дойти вот в той ситуации. Ну вот в той, как бы... В том месте надо найти выход с этой площади. То есть явно она не тупиковая. Ее бы вряд ли стали делать ради одного куска. Вряд ли. Да можно сделать 50к. Это не, я просто не верю в это оружие. Его можно попробовать. Но учитывая то, что оно завязано на нескольких других атрибутах, есть сомнение, что зайдет. Опять я вот так. Удачно, когда они стоят вот рядышком. Прям вот очень хорошо получается саблей орудовать. Враги. Так, где-то здесь уже должен быть труп, но скорее всего экспроприировали его уже. Эти постоянно звонит. А, и он пошел в службу, да? Я не вижу у кого. А, я вижу свой труп. Ладно. Программа минимум. Не выполнена. Сейчас лазер пойдет. А, вон он как гасит. Причем он гасит и своих, и чужих. То есть не разбирает. Вон, я вижу. О, они отталкиваются, оказывается. Да ёпрысы, ты откуда вас столько, девчонки? Вроде одна была и две слева. И тут хопа. Накинулись, блин, как... Не знаю, на кого.
Как фанатки сумасшедшие на Брэда Питта. Кстати, более удачное место для начала. Не, не надо, не надо, не, не рискуй, не рискуй. Ты сейчас бутылки я экономлю, чтобы... Экономщик. Побежали. На этот раз увернулся. Почти. Вставай, свинья. Away, away. Пули свистят. Да хорош. Нет, даже нос не почесать. Ну все, ой, я не туда зашел. Ой, все, ну все. Ну понятно. Господи, какие звуки. Очень стрёмные звуки. Труп должен быть поближе. Наверное, если, конечно... А, нет, не факт. Господи, у кого труп? Спасите наши души. У этой, что ли? Нет. Вот он был, пробежал. Да ладно. Он на полу, не может быть. Вот, нет. Тоже нет. А, вот он. Так бы сразу и сказали, что вот он. Куда бежать? Где выход? Там не выход. Может, это выхода-то нет. Опять девчонки набежали. А, они пришли с того места, где выход. Точно, они же тут. Живи, бобер! А, один удар! Господи, господи, девчонки, отстаньте! Так, килочка есть. Сюда захожу. Ой, кажется, босс рядом. Ой, фонарь, фонарь! Блин, на тебе, блин! Эй, стоп, 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 стоп. Я не это... А почему ты не пропала, как в Dark Souls? Смотрите, там, скорее всего, босс. Вон там внизу. Я чуть не поплатился за свою беспечность. Короче, я хочу сейчас более спокойно осмотреться, потому что... Меня вот это вот, этот упырь стращал. А, понял. Вот. Не зря я перешумал. Да это... Гоу меч покупать. Он за 50к стоит. Надо что-нибудь продать, чтобы его купить. Поэтому я аккуратно, аккуратно сейчас. Очень аккуратно. Поисследую. Тут летают везде... Непонятные существа. Опять звонки, опять резуректы. Псы какие-то. Весьма плотные, кстати. Хосты поддержал ваш опять канал на сумму 100 рублей. Хорош. Как фанатки на Брэда Питта. Или как фанатки на Майкла. Забыл чатику привет передать. От хоста привет чатику. Он, вижу лут. А как я мог? А вот не ясно, но скорее всего сверху. Главное, чтобы меня отсюда не забрали. Мог бы атаку прожать. Немножко кровушки. Ёпрсте. Ой, там не живые упыри. Стоят.
вообще направо, может быть, я по столсу пройду. За своего там. Ай! Ой, тут нет выхода. Так, погоди, ты же... Вот, зачем ты полез, Миш? И спёс еще. Два пса! Да откуда вы все? А, их резурректы просто. Я понял. Не-не-не-не-не. Надо куда-то 40к душ потратить. Кто-то звонит в колокольчик, идет. И все, и они... оживают. Причем за этих оживших мне... ну ничего. Стоп, а отсюда больше некуда идти? Только туда? Ну ладно. Будем проверять пушку за 50к. Мы ее можем довольно легко до плюс 5, плюс 6 поднять, потому что много ингредиентов. Но... можем для начала посмотреть на ее скорость, механику. Это, конечно, будет мне стоить энного количества денег. Да, на 10к, я думаю, мы действительно что-нибудь тут продаем. Например, Эвелину, которую я не собираюсь использовать. Там отравление есть в этой пушке. Иноземное оружие королевских стражников, которые охраняют Анализу, королеву нечистокровных в замке Кейнхерст. Когда фигурная гравировка, покрывающая клинок, написано Чикаги. Видимо, хит. Наполняется кровью, меч поет алыми тонами, однако ритуал разъедает саму сущность владельца. Она твой ХП ест? Клево. Ладно, берем и смотрим. Да, такая сабля. 6 ударов. Обычные удары довольно, во-первых, размашистые, видите как. Во-вторых, довольно быстрые. Сильный удар тоже стандартный весьма. Альтернативочка. Альтернативочка минус ХП у меня пошли, видите. Причем, когда ты ее... ага. Прикольно. Так и получается, когда начинается поедание ХП, добавляется к физически еще кровавая атака. Если это так, то ДПС у этого оружия весьма и весьма серьезный. То есть обычно, в принципе, ДПС как раз начинается с там 90, с 80. Тут 92, плюс еще кровавая атака. То есть это именно дополнительная, насколько я понимаю, атака именно в этом режиме. Поэтому, я думаю, стоит ей дать шанс. То есть в особо жесткие моменты мы просто переключаем ее в ДПС мод. Уже полдесятого боссов не вижу. Да-да-да, есть такая беда. Модификатор на Б меняется у кровавой. Тратить ли дальше? Да, одинаковые осколки тоже можно. Денег, правда, нет. Потом модификатор А будет. Это не та характеристика, которую я... под нее специальная раскачка через кровь нужна. Да, я понял уже. Щитом можно блокировать, но это щит крайне базовый. То есть это скорее что-то вроде истерега для... да, ловкость даст цешечки еще повысится. А вот последний можно не делать.
что модификатор не изменится. На нее можно повесить сразу же физическая атака на 8% и, наверное, удар и добавление физической атаки. Третьего самоцвета нет, нужно плюс 6 сделать. Кстати, мы получаем пушку 137 плюс 62 и 137 плюс 31. Если как бы во втором режиме работать, то ДПС уже сейчас значительно лучше, чем у сабли. Потому что кровавая у сабли используется как выстрел. А кровавая в Чикаге, кажется, используется как дополнительная хрень. Надо проверить ее. По идее, переход должен быть вот в этой могилке, да? Часовня. Я аргу. Но у меня вот эти вот люди, которые постоянно резуректятся, мешают, они весьма напрягают. Сейчас будет некое такое чувство дискомфорта легкого, потому что я очень долго фехтовал. И там скорость... Да там не только скорость, там и на урон ты рассчитываешь на определенный. Ой, тут крабик. Слушайте, а как я в прошлый раз-то его упустил-то? Подожди меня. Два куска кровавика, найс. Пока здесь только вот от этого чекпоинта все линейно. То есть я должен просто бежать. Бежать и смотреть куда дальше. Дальше мимо них нет. Исключительно. И никакого серьезного смысла. О, это шорткат, что ли? Ой. Я внизу оказался. Так, ладно, этого упыря. Не-не-нет! Да ёпперсете. Шорткат. Давай-ка все-таки факел. Я видел, что направо можно спуститься, но... Господи, там хелпера можно позвать. Чую босс близко. Ёпрес, это еще один упырь. Не один, двое. Похоже на охотников. Стоп, а это на тюрьму похоже вообще. Узнаете? Места. Это ж тюрьма. Только без фонаря. Какой-то урон у нее не очень. Или просто он слишком крутой? Да, он, наверное, крутой. По 60 урон. Да, и двое еще. Да вы издеваетесь, ребята! Капец. Все. Погибай. У меня еще звонок. Давайте перерыв сделаем. Час от часу не легче. И вроде думаешь, что
нормально все, что по силам тебе, пацаны, враги. Спускаешься, видишь троих и понимаешь, что даже одного для тебя убить целая проблема. Тести мега-атаку. Ну вот она. Ее как бы надо тестить. Да ёпарасоте. Пес, пес, пес. Да там душ был. Сейчас попробуем мега-атаку. Интересно, я могу отжираться во время этой атаки? Но кажется, он просто отъедает без остатка. Но если во время вот этого вот уменьшения количества ХП, когда происходит, если можно еще отжираться, то будет хорошо, конечно. Не, нельзя отжираться. Жалко. Самонаводящийся пес. Да, он просто летит на меня, и все, и ничего не сделать. Специально тренированные псы. А, нет, подождите. Что-то урон-то все равно не сильно лучше. Не, не сильно лучше. Тогда я не знаю, как там эта кровавая атака. Видимо, там отдельный урон просто показывается альтернативный. Ну вот и протестили, блин. Надо было до вкидывания апгрейдов сначала присмотреться, а потом уже действовать. Так, нет, не хочу, да, хочу сюда. А, то есть тут только лук. 8 пузырьков, как бы мне намекает, что, чувак, тебе придется с этой троицей сражаться. Нет, вместо укола лучше рубящие. А, они из крови, у них резист кровавой атаки высокий. Понял, понял. Ладно, я пока попробую обойти этих упырей. Тут вроде бы поспокойнее. Там вдали виднеется хелпер. А если хелпер, то скорее всего босс. Наконец-то. Сколько времени прошло? Почти 2 часа, а я все без босса хожу. Все в девках. А это такое. Тут... Помните, это ж тюрьма. Только вместо свиней какая-то непонятная хрень. Ну, хотя бы я эту локацию помню. Воронье сидит. Наверху вижу дверь. Вот ее не помню. Она, кажется, бутафорская, она не открывается. А, нет, не воронье, это просто... Ё-красота. Нет. Давайте-ка я в противоположное сначала схожу. Там, кажется, много всего откроется в этой локе. А это что такое? А, господи, это меня выстрел сверху прилетал, а я думал, что... Ох ты, скотина, а. Да, я понял тебя. Похоже на шорткат. Посмотрим, куда этот лифт меня привезет. Нет, тебя огнем пожгло, да? Хорошо. Ага, вот это лифт как раз от базового чекпоинта. Если прям совсем направо идти. Ясно. Ну, хотя не совсем понятно, зачем, если ты от того костра... Опа, мне показалось, или там было куда спрыгнуть. Не показалось, давайте проверим. Да, толку.
Ловушки нет. Ловушки нет тебе пощады. Обхитрили, обхитрили. Опять живой. Вот бей ты его, не бей. Разницы нет. Так, подо мной должна быть еще такая свинья, да, альтернативная. Опа! Это с колокольчиком. Отлично, нашли. Ртутные пули. Вот, скорее всего, сейчас будет попроще. Потому что вот этих вот резуректов постоянных, по крайней мере, поблизости уже не будет. Девять ударов. И два куска. Можно, наверное, уже саблю прогрейдить. Там нужно было, кажется, 8 кусков. А мне 7. Людвига еще не было. Там задают вопросы. А! Хрень! Так, вот теперь могу прогрейдить. Хорошая серия. О, что-то новое. Охот, народ, самоц, св крови. Охот, народ, самоц, св крови. Эл, локализация. Как вас много, ребят. Нельзя вообще сражаться с ними так. Ну что, ты и так-то умирал с двух ударов. А, нельзя. Оп! Стрелок, скотина. Какие-то неправильные свиньи. Они забираются? Не забираются. Слава тебе, Господи. Опасно. Воу! Скилл лука. Я не запрусь здесь случайно. Запрусь. А, каким чудом вышел я оттуда? Какие же вы гадкие, а? Ладно, чар на пушку. Альтернативный режим. Сильный удар, выпад. Сильный удар, выпад. Хопа! Каналья. Лутецкий забыл. Опять охот, народ, самоц, с в крови. Откроются? Здесь только невидимые. Опять это странное место. И огромные ворота. Нет. Ворот нет. Значит, можно только в одном направлении, да, идти. В том, как... Хорошо, что я сюда вернулся. Два самоцвета нашел. Еще пару кусков кроваика для грейда. А, 9 бутылок. Как? Может, это забытый? Там же трое их было. Да, это забытый. Их лучше сильными ударами. Пробивает лучше значительно. Миш, как ты относишься к налогу на цифровые приложения? Нас это, насколько я понимаю, напрямую вообще никак не коснется, потому что речь идет об организациях, которые зарегистрированы за рубежом, а ведут свою деятельность в России. Вот. Ну, ведут свою деятельность за рубежом, продают товары, и при этом, например, ну, не платят местные налоги. Вот. Практика вроде общемировая правильная. Жалко, что и наши за нее взялись. Ну, хуже, конечно, будет тем организациям, которые... У них основная аудитория там в России. Ну, типа, там, не знаю, танки,
полете популярны такие игры. А за Регина они странно. Что же мне со стрелком-то с этим делать? О, охот на чуд самоцвета СВ крови. Как их много, а? Ладно, я наверх заберусь, вроде стрелок оттуда вел. Простите за тавтологию, стрельбу. Вот он упырь. Затыкано. Вижу пса впереди, помню, лут сзади был. Вот здесь вот на крылечке. Игры в стиме подорожают. Да, вполне вероятно. Думаю, что не все, потому что все-таки можно ценовую политику и пересмотреть, исходя из... А, это более серьезный вариант пса, которого мы в начале, ну, на мосту, помните, встречали. Привет, Клеорис. Пока там по мне стреляют снизу. Есть 6 пузырьков, подъем наверх. Вроде как и тут что-то есть. Господи. Слышу стрелка одного. Снизу идет. А внизу тьма просто кромешная. Какая-то пещера. Господи. Да ладно. Ну прекращай. Не-не-не. Да блин! Ах, там один-два удара осталось. 18к. Откуда же проще мне добежать? Может, с того лифта? Да, наверное, сейчас нужно вернуться в сон, жмякнуть кровь, апгрейдить оружие, посмотреть на самоцветы и пойти через... Опасный пес. Мы его пробиваем неплохо, но... ХП у него много. За первую серию 1400 у него отнял. Не затыкал, да. Не затыкал. Причем один раз не увернулся, второй раз не увернулся. Слово за словом. Неплохо, 6 косарей. Сейчас там, кажется, пушка уже плюс 9. Починить. Да, будет плюс 9. ЕЦАД. Нет, не ЕЦАД. Что у нас в текущем варианте? ЕАДЦ. Будет ли ап серьезный? Нет. ЕАДЦ, как было, так остается. Ну, увеличивается одно, увеличивается второе. Что мяу? А потом будет ЕАДБ. Но чудеса у меня 15, а не 25. И не больше. Ну, в смысле, не еще больше. Так что это не столь принципиально. Вот. А, самоцвет охоты на чудовищ. А что такое атака на род? Ну, есть чудовище, а есть род. Род плюс 14,5. Род плюс 13,9. Род. Боже, плюс 9 это зубочистка. Да. Плюс 9. Родственники на людей. Угу. А, стоп. А, нет, все нормально. Что можно заменить? Можно физуху в минус на чудовищ плюс, потому что... А, нет, не могу. Не могу. Ударная.
Физическое заряженное. Не, нормально. Рот людской. Может иметь, кстати, смысл бегать с двумя пушками. Если вы там определитесь с определенными там. Можно даже две одинаковые, только с разными самоцветами. И в зависимости от врага их варьировать. Да, ну нет. Хотя можно. Я не смогу левелапчик взять ввиду небольшого количества душ. Поэтому идем в самый первый чекпоинт, потом вниз и направо. К лифту спускаемся. И там уже, видимо, направо опять, через эти, через ворота. Главное, не отдаться как-нибудь на халявку. О, я потемнел, чё ж вы молчите-то? Солнце село, майкер не видно. Это же все фиксится вот, вот так вот. Работаем. Упыри проходят мимо. Я вот сюда иду. И здесь должен быть лифт. Снизу направо, кажется, он. Нет, дальше, видимо, пробежать надо сюда. Нет! О! О-хо-хо-хо! Ой, господи! Господи ты, боже мой! У меня вся жизнь перед глазами промелькнула. Я почему-то подумал, что без смертей сейчас играю в Dark Souls 3. И вот он момент истины. А, не, сюда можно пройти, оказывается. Там есть заход на крышу. Я был неправ, был неправ. А нужна ли тебе эта крыша? Очень нужна. Жить без нее не могу. Смотри, ты же здесь не был еще. Псы, опять же. Дикие. Хороший урон. Курсор? Да. Я думал, это ваш курсор. Я нашел жука, ребят. Два куска получил. По традиции, вообще, для апгрейда пушки плюс 10 нужен будет особый ингредиент. Куда я лезу? Ха! Неплохо, хороший урон. Жив? Нет. Еще один кусок кровавика. Не зря зашел. То есть это тупиковая такая штука, но зато несколько тем для крафта мы с вами обнаружили. Больше некуда. Тут за этими, за елками, может быть, что-то спрятано. Нет. Опа, еще что-то есть. Сейчас меня отсюда типа заберут. Стоп, мне кажется, что я наоборот перепутался. Осматриваем купальню. Ай! А, это я... Я понял, где я.
220, да, урон? Надо проверить, попереключать режимы оружия. Ну, кажется, я как раз находился... Да, вот здесь это я и сдох. Нет. Ну, почти. Надо спуститься вниз. Купальня. Купальня меня перенесла... Перенесла поближе. Дядь Миш тут внизу в доме, повнимательнее, очень плохого. Лежит! Может, попробуем к ним, к нему подойти. Он же ко мне спиной стоял, да? Факт. Факт. Еее. Жив. Минус. Два одинаковых осколка. Души вернули 22к. И умеряющий самоцвет с крови. Двигаемся дальше. Кажись, на улицу выхожу к свиньям, да? К свиньям. Так. Думал перебить. Перебить свинью это... Да ну брось. Так, давай протестим пушку. 248. В таком режиме? Нет, нет, нет. 248, хорошо. Ударь разок. 97. То есть вот... Почему такая разница? У меня там разница должна быть, ну, процентов на 20 где-то. А тут прям... Прям какая-то дичь. Физическая, заряженный... А, заряженный 4, ну, 4%. Физическая, ударная атака 15%. Странно. Странно, откуда, откуда? Такая большая разница по урону. 250 и 70. В первом режиме врож... Да-да-да, они разные как раз по колющему и режущему, просто... Просто очень большая выходит разница, вот в чем дело. Так, стопы, а я ж тут не ходил. Неужели босс? Босс, 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 ребята, кажись, очень похоже на босса. Ну, прям очень похоже. Осторожно, двери закрываются, да? Да. Ох, графон потек. Вселенной. Не, оттуда, оттуда свисает гадость какая. Вау! Боже ж ты мой. Возродившийся. Так, стреляет. Изучаем атаки. Стреляет. Ему там какие-то штуки докидывают. Таргет есть на несколько частей. Я сзади пойду. Он ногами отбрыкивается, но мне кажется, что...
можно неплохо. А, о, нифига себе. Нет. Сейчас взрыв будет, кажется, да? Ничего не понимаю. Хиляйся. Чарм. Ой, как фаерболы летят. Нет, спереди вообще забей. Тут огромное количество таргетов. Он упал уже, что ли? Какое-то мясо. Я не... Так, база. Жив? Еще жив. Ну, еле выжил, в общем. Опять? Топчут. Да что ж происходит? Я вообще ничего не понимаю. Ничего не понимаю, но снял 60% КП. 36 еще тысяч. Короче, у босса 4 таргета можно поставить. На голове у него сидит скелет, который что-то кастует. Спереди лапы, сзади лапы. Вокруг еще огоньком зажигают там пацаны. Я не понял вообще этого босса. А можно подняться и поубивать всех фаербольщиков. Да, это значительно, кстати, упростит рандомчик. Плохо, что у меня там 36к. Или 38к. А я не вижу вообще никакой сложности до босса добежать. Даже отсюда все делается довольно спокойно. Ну да, мимо там свиней придется побегать, но это же в конце концов всего лишь свинья. Сложнее добежать. Вот я уже добежал. Вообще не сложнее нисколько. Да, он лестницу вижу. Стоп, это не... Я еще не добежал, еще дальше бежать. Да, был неправ. Я уже и тут потратил. Зря. Блин, прилетело таки, а. Даже не отпиться. Хорошо, допустим. Мы ищем способ добраться до стрелков. Должен быть типа лестница, наверное, какой-то. А, вон. Прям дверком. Лесенка. Падают, правда, они. Тихо. А это что? Обыскать тело. Ртутных пуль 10 штук дали. Так, может, тут и хилки будут? Вон слева лут какой-то. Ну, это до босса был лут. Переходим на второе, так скажем, крыло. 25. Двух девчонок уже нужно добивать снизу. Мне все прилетает и прилетает. Профессионал. Просто топич. 6 ударов. Все мимо.
Так, а где предыдущая? Еще одна вроде осталась. Я не вижу ее, поэтому... Я взрыв сейчас же будет. Видно же, что будет. А, это просто трупы сверху валились. Ничего страшного, просто сверху трупы валятся. А это что такое? Вот это вот, что такое? Вот, вот я не понимаю. Надо движение его по-хорошему все-таки изучить. А то ведь... А, он с руки накидывает. Колокольчик вроде был справа. Не, я так и не понял вообще, откуда, откуда прилетает. Надо внимательно следить. А, вот. А, поднимается то одна, то другая часть, да, и в зависимости от этого он действует. Не, он действует всеми частями. Он действует всеми частями. Он лег, кстати, а я этим не воспользовался. Я не знаю, с какой стороны к нему вообще подходить. Так, вроде он стал просто поживее. Топает, хлопает. Отойди, Миш, у тебя ни выносливости, ни черта нет. Странный босс. Хилочка. Чарм клинка. А, взрыв. Поздно услышал. Чарм. Да, странный босс. Добей его. Ну, если бы тебя стреляли, то, конечно, было бы посложнее. А так, что... Он что-то кастует, что-то появляется. Желтый хребет. Три штуки. Это не босс, это... Нечто непонятное. Специальный материал для... А, это для чаш. После поддержал ваш канал. Опять на сумму 100 рублей. Сатанич. Я правильно понял, что какая-то хрень упала с черной луны. Ну тут, родной, держись, точка, 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 потей. Да все нормально. Сейчас я еще души свои старые заберу. У меня будет 76 косарей, между прочим. 36 500. Что-то изи, говорят. Гоу следующего сразу. Ну, я, во-первых, сзади там что-то оставил. Но, в принципе, можно... Что, мяу? Вот что, мяу? По делу говори. Интересно. Можно вкинуть пару левелов. Наверное, все-таки в ловкость пойду дальше. 29. Но урон сильно не растет, правда. Нет, будем. Он в Кей... Керхести, он босс убил? Да, изи. Какого босса? Тут, кстати, появился сет, ну, он давно появился, бестолковый на самом деле. Но, блин, я просто впросак попал, думал, напряг будет. Так, как будто в первый раз.
На изи какого босса? Ну там босс был очень классный. Если это тот, о ком я думаю. Сабля всадника. Чиним. Что для грейда нужно? Да, кровавый камень нужен. Один кровавый камень. Так же, как в DS. То есть уникальный, ну не уникальный, но очень редкий материал для последнего апгрейда. Поэтому можно... О, физатака 18. Вот это хороший самоцвет. СВ крови надо запомнить. Ну просто топич. Только не вместо этого, а вместо вот этого вот. Который ударную атаку и... Ох. Не плюс 128, плюс 168. Ёшки-матрёшки. Еще вот этот появился. Треугольный с атакой на чудовищ. 14%. Дамаг-то, конечно, опускает, потому что физику приспускает, но чудища должны быть очень рады. А у меня сплошь и рядом чудища. Я вот их до сих пор не разделяю. Кто чудовище, кто... Ну, понятно, что если родственные, то это охотники, типа, живые. Но... Может, не только. 35 бутылок. Затариваем сразу же. Редкий в качестве лута за игру их две штуки, остальное фармить в высокоуровневых чашах. Кстати, в DS, насколько я понимаю, тоже две или три штуки. Таких. Ну, за одно прохождение тебе выпадает. Итак, я предлагаю... Предлагаю... Это площадь пришествия, судя по всему, была, да? Я предлагаю чуть-чуть повернуть назад, посмотреть, что это там... Мимо чего мы там пробежали, ориентируясь на правую сторону, потому что именно справа, наверху, светился от босса, был виден какой-то лут. О, перчатки Девы только что были, хирургические перчатки. Bloodborne мне меньше нравится, чем Dark Souls. Меньше. Возможно, потому что я не любитель консолей. Небольшой любитель консолей. Вот, возможно, потому что прохожу Bloodborne после Dark Souls, и тут многие вещи уже известны, так скажем. Возможно, джойстик меня не очень радует местами. Вот он, лут. Знание безумца. 84, кстати, озарение. Сейчас 85 можно сделать. Ну, наверное, я не знаю, насколько критично там увеличение озарения. Какой там следующее будет... Так, по логике надо еще на соседнее крыло также проверить. Можно купить за озарение вот этот кусок. Он каждый стоит 60-70. Тут действительно тоже есть лут. Тоже знание безумца. Сейчас урон все равно подрастет. Особенно против чудовища. Мне бы парочку таких самоцветов, которые 18-20% дают. У любой физической атаки, любой. Прям счастье. Как зритель могу сказать, Bloodborne намного меньше радует, хотя джойстик консоли меня не волнует. Ну, я после первых двух трансляций как-то привык. И рука не болит, и кнопки уже поменьше путаю. Вот, но... Я не знаю, чего не хватает мне Bloodborne по сравнению с Dark Souls. Опачки. Кто это у нас тут опять? Короли? Мумия. Лекционный корпус. Тут сразу чекпоинт. Лекционный корпус. Красиво. Ходят какие-то упыри. Конечно.
Успокоительное. Кстати, надо не забыть успокоительное поставить. Потому что если дают успокоительное, значит могут... Может быть безумие. Юноша бледный, со взором горящим. Ныне даю я тебе три совета. Первый. Не живи настоящим, только грядущая область поэта. Помни второй, никогда не сочувствуй, сам же что-то там себя. Ну, короче, чье стихотворение, кто помнит? Школьная программа что-то резко всплыла. 16 лет ее не ждали. И тут внезапно. Брюсов, говорят. Что-то из серебряного, да? Господи, какие твари, а? Главное, не перебиваются еще. Да как? Да, здесь урон вот этой вот клиф-атаки, он в два раза меньше получается по итогу. Как я этот момент вообще упустил? И откуда они падают? Гады. Они не перебиваются, поэтому надо уходить от ударов. Мастер Вильям был прав. Эволюция без отваги станет погибелью нашей расы. О, тут у них на лекции X5 опять. Все как обычно. За них экспы, правда, прилично дают. И по урону я не просаживаюсь. В принципе, убить можно. Господи, я чувствую себя вот в этом, как в нашем универе. 4 этажа, блин, непонятно, в какой аудитории пара будет. Ты бегаешь как дурак. Короче, как первокурсник. Зачем ты инвентарь ломаешь, знаешь, как долго выбирать новый оборот? Ну вот тут, мне кажется, уже все. Запущенный вариант. Три трети пуповины. Не могли написать. Пуповина. Безымянное присутствие Луны, призванное Лоуренсом и его соратниками, бледная кровь. Нам сейчас просто в лицо кидают кусочки сюжета нещадно. За этой дверью что-то необычное. У меня в универе было 4 здания, одно из них на 14 этажей, 2 на 5 и 2 по 4. Да. Кошмар Мэнсиса.
Кошмар Мэнсиса. Женщина-звонарь звонит зловещий звонкий колокол. Плачь. Да блин! Фейл! Плотная скотина. Знал, что взорвется. Твои... Бери добро. 1700 заковырено. Оп! Опять эти глисты! Черт! Беги, Межган, беги. О-о-о-о! Жук. Ой, приведет он меня. Хорош. Три куска. Бешеная кровь. Что там происходит? Ё-моё. Куда меня нелегко занесло, а? Безумие? Стоять. Стоять. Успокоительное срочно. Зря, она спадала уже. Так и хочется назад вернуться, а сзади тупик. Загорается окно, да? А, нужно не попадаться на... А, и тут... Ой, да ежишь. Чекпоинт! Не попадаться под пристальный взор того, кто наблюдает за нами вон отсюда. Иначе безумие, безумие. Ну, ясно. Нет, только не взрывайся. Ну, я ж просил тебя, да? Тык, тык, тык. Опять 25, ну. Тык, тык, тык. Слабый удар. И, а, из него выпадают эти... Какая грязь. Пузырек крови, 8 штук. Тихо, прячься, Миш, прячься. Представь, что ты в окопе. В окопе. Ёшки-матрёшки! Просто беги. Беги, Межган. А, на него безумие тоже действует. О, ребят, что смотрим? Что за лут? Глаз? Вы бы повнимательнее следили за этим лутом. Как? Как? Да почти всех хп с одного. То есть на них тоже безумие действует и периодически наносит урон. Это бом-бом. Спустись на первый этаж. Здесь нет первого этажа. Я не видел, куда тут, в принципе, можно спуститься. Душ было не так уж и много, на самом деле. Конечно, хорошо было бы, да, но не факт, что получится. Ну все, безумие. Повышенный урон. Женщина-звонарь звонит в звонкий, зловещий, звучный. А тут глаза снова. Ну, понятно, этого товарища я так быстро не убью. Надеюсь, только на безумие.
Ой, сейчас же 80%. О, еле успел. О, фонарик. Прячется Межган. Просто прячется. Может, они упадут? Давай, первый пошел. Ну давай, смелее, мой юный друг. Там так быстро хп отнимается. 1700 минус. И получен отголоски крови 16к. Давай, Чубака, иди сюда. Ну что ты можешь? Так, стоп, что мне мешает? Мешает механизм. А если так? Понятненько. Может, ты можешь ударить и упасть? Давай, давай, оступился уже. Давай. Ну. Еще, еще смелее. Я скорее сам тут грохну, с чем он упадет. Ой, какие они затейники, а. Так, чекпоинт есть. С одной стороны хорошо, с другой не очень. Да, там один товарищ свалился уже. Ха! Защищайтесь, сударь! Хопа! Хопа! А, не ожидал. Затыкано. 3,5 косаря дают. За шкуру этого зверя. Так, пока что здесь тупик. И если вперед побежим, безумие нас опять накроет. Так что, скорее всего, нам нужно вот в сторону моста какого-то. Слушай, а уже неповоротливый конец. Что-то безумия нет совсем. Ха! Хо! Изичные какие-то чуваки. Пошел хорошо. А, ну вот опять. А как я туда могу добраться-то? Не глумись на тысячадей мада. Да я же ничего, в общем. Не, ну кажись, как-то можно на мост. Да как безумие-то? Дошло все-таки, да? Нам сюда оказывается. Воу! Да творишь добро! Конечно. Миша, 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 все плохо. Кошмар, ты тварь. Кто там сидит в окне? Кто постоянно вот меня выводит из себя? Петр говорит, сегодня не удержался, купил себе ЮП. Что такое ЮП? Да, проблема в том, что я достаточно далеко нахожусь от этих упырей. Блин! А! Чубака, я недооценил тебя. Ну, они медленные, но капец, какие сильные. 20к было, да, наверное, где-то. Беда, беда. Южный парк, между прочим, из-за того, что опять твою запись посмотрел. Я стримил Южный парк. Я играл в Южный парк. Понятно. Я пытаюсь побежать. Я постоянно колбасит. Безумием. Вылетают вот эти вот копья. Но мне через мостик. Инфосоточка. А, через мостик! Ой, Михаил, Михаил, какой же ты не... Ой-ой-ой-ой-ой! Нет, 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 не пей так, дурак, блин! Так, вижу. Собаки какие! Ой, блин! Надо перебежками короткими, короче.
на другой фонарик перейти для начала. Или добежать до того, зажечь его. Да-да-да, от другого фонарика, но я не хочу тратить время на загрузку, я лучше побегу вот так. Смотрите, показываю один раз. Оп, повернулся, видели как? Все поскинул. Прячься, Миш. Парам-парам-пам. Фонарик, фонарик, где же ты? Все-таки безумие, да? Он должен был быть здесь. Ой, ну ясно. Все. Блин, все равно нужно возвращаться. Ладно, что мы знаем? Тот чувак, который закидывает безумием всех, кто вокруг, наносит значительно больше урона, чем ты смог бы нанести, как бы, ручками. Вот, поэтому... Кажется, кошмар Мэнтиса. Ну, то есть, первый чекпоинт так называется. Орезок безумию или рунку там какую. Кстати, я взял сон. Надо было посмотреть, что руна дает вообще этот сна. Может, там иммунитет к безумию. И все. Сон. Сон же назывался. Или глаз. Глаз. Больше предметов. Причем два разных глаза. Глубокое море, прочитай. А, вот оно, сопротивление к безумию 200. Ну, бас, я... Просто, ну, бас. И, наверное, сет можно поменять. Посмотреть, что текущее у нас по безумию, какие резисты дает. И поменять на что-то более подходящее. Очки здоровья и выносливость оставлю. Вместо дополнительного лута, вместо глаза глубокое море, плюс 200. 200 это вот текущее сопротивление. Наверняка. Нет. 263 сейчас вместе с рункой. То есть резистов у меня нормальных в принципе не было. Безумию. 17 резисты. 41. Яргул хорош, хорошо. Плюс у него физика хорошая. Перчатки. Двадцать семь. Стандартные охотничьи перчатки. Ноги. 30. Тоже штаны охотника стандартные. Кипарик. 17 лучше, но это не буду менять. Слишком убогое по всем остальным параметрам. А, да, сейчас вот этот прогресс, ну, накопление... Шкалы безумия должен значительно медленнее идти. Зря я сразу так не сделал. Бегал там, что-то выпендривался, непонятно зачем. О, кстати, может у нас там к тесту готовы? Не, не готовы к тесту. Косяк. Не сделаю... Усиление и яркость чуть повыше. Это вы совсем, наверное, меня не видели. Так, и что там по безумию? Да, шкала огромная, она практически не заполняется. Шикардос. Да, только все равно получать. И следом полетел. Душ дайте.
знаете, как поговорка, свинья везде грязь найдет. Это так же, как и бобер, короче, найдет, как можно умереть. Только лаконичней и запоминающийся нужно придумать. Бобер всегда умрет. Например. Да я же жал, ну серьезно, ну. Собирая то, что плохо лежит. Я не увидел, кто там, что там, как там. Пацаны тут собрались уже. Да. Кто сидит? О, там гиганты с камнями. О, у тебя лут есть. Ну возьми. Просто возьми перед смертью кусок взял. Кусок здоровенный. Народу много. Сражаться даже с одним вот этим товарищем довольно проблематично. Я думал, что они сами сдохнут от безумия. Может быть, имеет смысл их как-то вывести всех на место, где будет работать безумие. И сделать так, чтобы они все посходили с ума. Да я же... Ну, серьезно, я же жму. Ой. Казус. Там тупик. Кто так строит? Резист хороший, даже, я думаю, перебор. Зря я армор сменил, потому что даже эти 200 дают с солидным запасом. А сейчас я просаживаюсь по той же самой физике, например. Так что я поменяю, по крайней мере, перчатки на палача. Поменяю ноги тоже на палача. И, возможно, даже поменяю доспех. Хотя... Нет, оно... Он ровнее. Женщина звонает. Надо как-то действительно собрать народ. Вывести их на площадь и в смысле... Сделать так, чтобы они там подохли все. Блин, не видел, как это летят. Да беги. Откройте, откройте, прошу вас. Помогает. Пусти, дядя, пусти. Он с душами с моими. Да ёпперы сете. Так, души верни, слышь. Добро. Целых 1700 душ. Так, и я захожу куда там... Да ладно, босс опять, что ли? Слишком... Ой, паучки. Обычный большой паук. Ты любишь пауков? Хочешь посмотреть? Хороший один есть. Слушай, я не особо ценитель, то есть я не испугаюсь, что тебе понравилось. Это сестре моей надо Я видел, что мелкие паучки отходят, но очень быстро. Большой, вроде как, то ли взрывается, то ли еще что-то, какую-то тьму кастует. Но это не босс.
У них просто семья. Выводок. У меня дома такие горят. Май. Зато не скучно. Так, чувствую, здесь лук ближе. Эх, ребята, ребята, не подохли они там сами, а? Так, вот мои души. Сумасшедшее количество. У меня неверный режим оружия стоит. Ох, вы видели? Ох, вы видели? Успел хильнуться, но... Не надо. Короче, надо как тут было. Черт, что я лезу-то вообще? Там таргет неправильно поставил, потом не допил. Мышь? Что мышь? Сейчас. Так вот лучше поставить ее. Нормально? Вроде меньше внимания она сейчас привлекает. Спасибо большое, Шафтер Хоп, что сакцентировал внимание. Я убрал с этого монитора мышку на соседний. Левора, я уж поправил. Нормально? Хорошо. Просто ступи назад, они в дверь. Да там и по лестнице можно их каетить. Да там вариантов-то много. Как не тот режим. Заходим. Красиво они, конечно. Большой наиболее расторопный. Да ёб парасете! Маленькие тоже не лыком щиты. Вообще, три удара и все. Очень резкие причем удары. Наверное, надо сильно атакой было издалека. Ну, то есть, выпад делать просто вперед. Там и сплэша будет больше, и урона будет больше. Так. Тем временем фласки закончились. Я представляю, как это без смертей проходить. Локацию. И мобы жесткие, и безумие. Ну, хотя пробегать, наверное. Наверное, пробегать. Сейчас бы пиромантию на этих попах. Кстати, у меня есть смазочка на оружие, но я ее вам не покажу. Так. Значит, вот такие вот атаки будут у нас. Конечно, молотов было закинуть. А кого там она воскрешает? Вон еще пауки висят. Ладно, ребят, поехали. Работаем. Да. Уж этот таргет. Хорошо, издалека, издалека. По кому попадешь, уже хорошо будет. Застрял. Ой, тупик. Довольно резкие они. Хоп. Хоп. Очень резко. Дали ртутные пули, с мелочью разобрались. Тут еще ртутные пули и еще ртутные пули. Знание безумца. Там лут в конце еще лежит.
Опа, а ты кто? А как я мимо тебя прошел? Ух ты. Не, если он один, можно тыкать. Можно тыкать, не бояться. Остался большой. Очень плотный. Ничего себе. А! Не-не-не-не-не. Короче, сзади нужно его обходить. Бэкстебить его. Что он сделает? Ёпрессете! Красавчик. Да, новые движения. То есть это удары такие, которые ты не ждешь. Блин. Просто блин. То есть ты выманил этих мелких тварей. Потом вышел на босса, вроде как ровненько все. Там один удар увидел, пережил. Увидел, там уклонился от серии. Потом тебя раз и два, и все, и тебя нет. Вот был бобер, а нет бобра. Там мне, ну, то есть, там можно было и слева уйти, можно было мимо него пробежать. Понятное дело, я просто ж должен с ним что-то сделать. Веселые паучки, милорд, да. Паучки очень-очень симпатичные. Такие кругленькие все, аккуратненькие, глазастые. Друг за дружку держатся, молодцы. Тьма. И у главного мой этот. Понимаете? Рандомненько это все. Ну, потому что вот так вот. И все. Нет! Не тот таргет я ставлю. Надо было на ближний ставить. До свидания. О, пока не забыл, товарищи, у нас в начале месяца будет мероприятие. Называется оно Стримфест. Вы, наверное, слышали. Будет проходить в Москве, много стримеров, там общение. Мы к этому мероприятию делаем специально. Поэтому, если вы хотите принять участие, вот вам ссылочка. Там есть много хороших стримеров. И я. Расскажи поподробнее. На самом деле, у меня там, судя по всему, будет какое-то сообщение, что-то вроде доклада относительно стриминга. Вот. У стримеров, у всех остальных, насколько я понимаю, будет специально выделенная зона, которую они будут оформлять специальным образом. И там можно пообщаться и с другими зрителями, и, собственно, с самим стримером, и стримером между собой тоже пообщаться можно будет. Но мне, кстати, у Лисориуса нужно выяснить. Есть ли более детальная программа? Пауки побежали опять. Ё-моё. И опять без шляпы. Делаю выпады, промахиваюсь. Попадаю. Когда попадаю, тогда не промахиваюсь. О, хорошо сейчас. Только уйди оттуда, ё-моё! Да заковыряли, я жал. Перекат у меня тык-тык-тык и все, до свидания. Я помню, начинал смотреть стримы с чувака по никнейму Useless Mouth. Да, Юзи, я знаю, ютубер вроде. Жаль, что на мероприятии в Москве сходил бы с ним пообщаться. Он будет, насколько мне известно, да. Useless Mouth. Он был просто на мероприятии по Overwatch, насколько мне известно. Довольно популярный ютубер.
Тем временем у меня 9 хилок осталось. Хотя я умираю быстрее, чем трачу хилки. Просто слишком часто умираю. Дреда не будет, только всякие стримеры, у которых один ко-зритель говорит «Дхуран». Нищеброд Дромфейс, завидуешь? Ну бас. Там еще 5 человек, насколько я понимаю, будет, но я не знаю кто. Ну, из того списка, которых... ну, которые вне списка еще. Фэт, конечно, не только сфоткаться, пообщаться, у меня там будет масса свободного времени. Нет, такие удары гораздо более аркадные, чем чарм и вот такой вот удар. Ой, вот это хороший. Давайте лучше клифф, реально. Может, тогда просто не будем набирать, заряжать атаку, а просто с сильным ударом. Да. Может быть, зря я чаржился, на самом деле. Ха, души у этого. Упыря. Слезай. Хотя сколько там этих душ? О, реально, на паука-то можно сверху спрыгивать. О, тут еще пауки. Твою ж медь. Они повсюду, ребят, они повсюду. Я босса, многих боссов, с меньшего количества попыток убивал, чем этих гадов. Пять фласок. Сейчас убьем. Это как бы только начало еще, левел нового. Причем я там, ну, шаг сделал, надо, наверное, было сразу второй попытаться нажать. Но после первого пропущенного удара шансов у меня уже не было. То есть он все вот эти вот тык-тык-тык и все. Два, максимум три удара, причем между ними паузы нет. И все. Ладно, собрались. Пульки тоже, кстати, последние. Для чарма может не хватить. Отлично. И вроде как тут нужно встречать их у входа. Не, нет. Слишком долгий удар этот. Слишком долгий, надо вот так вот делать. Все-таки, наверное. Да, ё-моё! Люблю я таргет. Этот спустился уже. Упырь. А, это большой там паук. Какая жесть. Держись, Межган. Да как попал-то? Как не попал-то? Ну что, пацаны, надо действовать. Отлично. Короче, паука буду убивать исключительно забегами сверху. О, лутецкий, может, мне хилку подбросит. Хрен с два. Нет, твою мать! Ту-ту-ту-ту! Господи, о,
Господи, да боже мой. Надо за него, видимо, прыгать как-то пытаться. Короче, это какая-то грязь. Какая-то, ну, просто несусветная жесть. Одна хилка. Одна хилка, Карл. Одна хилка. Ну, значит, надо не надо пропускать удары. Самому что-то даже смешно стало от совета. Ну что, Михаил, челлендж ББ на ДС на штуку евро? Давай лучше ты сам как-нибудь на штуку. Так, ну, если нам не победить в честном бою, предлагаю призвать Его Величество Арбуза. Пробегают, пробегают. Стоп! Собрались. Все честно. Называется использование игровой механики. Хорош. Я думаю, это справедливо. Учитывая их численное превосходство. Ой, это папарам-пам-пам-пам. Еще один упырь. Так. Хоп. Хоп. О! Какие у нее загребущие лапы-то. Не, ну, сложный юнит, конечно. Ай! И то может убить. Господи! Господи, у меня... Ох, такое унижали тебя от игры, да, кот? Кот, просто шок. Фласок нет. Как попал? Так, у меня там была какая-то хилка, типа фул хиляет. Паук тоже знает тонкости игровой механики. Да, похоже на том. Хотя бы одну хилочку поставить. Да, большое количество здоровья. Жалко, конечно. Так, а ты что стоишь? Ой, сейчас доиграешься, Межган. Тебе ж некуда будет сейчас бежать просто. Красиво висят. Скотина. Он спиной стоит. На-на! Бутылка есть? А если найду? Нету бутылок.
Ой, там уже стреляют. Какая плотность высокая. Ничего не было. Ах, закидоны. Фух, ребятушки, ребятушки, ну как так-то, а? Я начинаю пауков выманивать, конечно же. Главное близко не подходить. Ты не докинешь? Ты не докинешь, ну и хорошо. Оп! Как вышел-то? Господи, ты боже мой! Что творится с этой игрой? Как он вышел? Как он вышел? Хилок по-прежнему нет. Хорошо было бы, конечно, за ними сбегать. Но можно юзнуть метку охотника, когда мы там 5 косарей своих восстановим. Но, блин, 5 косарей это несерьезно. Только пришел и гуф. О, да тут в любой бы момент на протяжении последних 20 минут, когда бы ты не пришел, везде был бы гуф. Сколько я здесь не умирал. И так умирал, и сяк умирал. Насекомая мерзость какая. Ладно, смотрим, можем ли вообще сюда выйти. Нет ли там чувака, который нас ждет. Нет, ну хорошо. Встречаем пауков. Да... Из-за того, что у него удар был в прыжке. Он, видимо, проходит в таком случае. Оп. Не увлекаться. Добром. Он еще, скотина одна. Стрекочет. Как? Через дверь стальную. Я тоже могу, как выяснилось. Ой, боже ж ты мой. Вот и ты. Окей. Да, забыл про этот удар. Нет. Сейчас будет сверху удар. Нет. Нет. Забудил. 3000 экспы, 3000. И 8 пуль. Господи, зачем я вообще это делал? Боже ж ты мой. Там сверху сейчас упадет. Это ловушка. Цитрап, Михаил. Костяной клинок.
идти вон туда. Ой. Ой-ой-ой. Берегись, охотника на охотников. Лучший выбор — смертельная атака. Ноль бутыльков. Неполный ХП. Это охотник на охотников. Шансов вообще нет. То есть... Ну, возвращайся тогда, ну, бас. Тем более, если ты так будешь действовать. Все, я к костру греться, пацаны. Сон охотника. Эй, а где? Да, хочу пробудиться. На 7600, конечно, особо не разгуляешься, на самом деле. Потому что у меня есть там какие-то непожатые. Девяносто озарения. Странный предмет. Сгусток крови. Здесь косарей. Ну так уж и получше будет. По крайней мере, бутылочки можно взять. Когда наконец будет фифа? Когда с ареной решу проблему. 24 бутылки. Уже не густо. Я скипну этих пауков нафиг на этот раз, потому что ни лута от них никакого нет. Проку вообще. Столько траев на этих пауков, столько зелий на них потратил. А по сути, надо было просто пробежать мимо. Сейчас у нас будет новое испытание — охотник на охотника. Мы будем охотиться на охотника, действительно. Поэтому и смертельная атака, говорят. Смертельная атака. Я даже не знаю. На другой стороне моста под большим пауком. Кстати, да, я туда не ходил, туда так просто не забраться. То есть, по-хорошему, да, нужно пробежать по этому мостику и посмотреть, что с этой стороны есть. Нет, здесь ничего нет. Ну, проверить, безусловно, стоило, согласен. Все, паучки появляются где-то там сзади. Вполне возможно, меня начнут сейчас преследовать, гады. Я пока... Да, их много. А впереди меня охотник. Ладно, здесь, по крайней мере... Ой, как много пауков. И они пробегают. Твою ж налево. Кажется, мне и охотника нужно скипать. Может, пауки нападут на охотника. Я мог попробовать. Могу попробовать, знаете, что сделать? Безумие-то мне не нужно. Я могу взять смесь едкой крови и попробовать охотника смесью полить. Дикий, конечно, мне фантазии.
Но я попробую. Пробуй спреем от тараканов монитор. Локация вообще не френдли. То есть... Совсем. Ну басты от Нага, пишет Алекс. С андроида. Хорошее приложение. Нравится. Попал и все-таки кто-то по мне. Нет. Ё-моё, он Юрки. Да не ты победил меня. У него этот... То ли трость, то ли меч одноручный, быстрый. Еще это горилочка. Газовая горелка. Горилка. Тебя убили пауки-охотники на охотника, на охотника, на охотников. То есть, у меня нет четкого верникового плана, если только не выманивать пауков в этот дверной проем. И то там может прыгнуть так, что мало не покажется. Как вот убить пауков? А впереди еще товарищ опасный в очках, который еще выпендривается. Ну, надо его убить, конечно, надо его убить. Другой тип атаки. Поехали. Попался. О, не отстали. Не отстали. Да вы издеваетесь. Я всех сагрю. Мне нечего терять. О, лут. Да, блин. Ну, хоть пауки-то отстали, я надеюсь. Очкарик продолжает за мной бегать. А пауки отстали, да. Как будем действовать? Уверенно. Да! У него хрен таргет поставишь. Ладно, попробуем. Так он же тыкается. Не совсем. Воу! Короче, надо его просто тыкать, ребят. Просто тыкать. Угу, я понял тебя. Ёп! Так, очкарика вроде понтово. О, нет! Мантич. Может помочь стиль мясника, и тогда победа. Привет, Мантич. Тут локация такая не френдли вообще. То есть заходишь, тебя проклинают все, кому не лень. Пауки жестче, чем босс предыдущий. Очкарик, который выпендривается. Такого пижонского вида. Это какой-то неправильный мир.
Так, ну ладно, пульки есть, еще осталось какое-то количество бутыльков. Я тут бывал. Игра моя самая любимая, Souls-like. А мне третья часть все-таки побольше понравилась. Ну, это консоль, понимаешь, это консоль. На мышке играть удобнее. Да и в принципе на консоли это чего? Нормальных игр почти не делают. Не, толстовато, ладно. Допустим. Допустим, слишком толстый троллинг. Так, пауки пошли. О-о-о, полегче. Охлаждают они меня тут. Вот эта скиллуха пошла. Слышь, пожарник. А ну-ка, аккуратненько. Блин, что ж ты не увидел-то его? Так что ж ты мажешь-то, Вась? Как? А, он успел пшикнуть. Да иди ты нафиг. Сейчас чарма наружу не будет. Да-да-да, Руфикс-то он так и сделал практически. Да я там пожадничал. И был еще один момент, когда я там машу, фехтую, как сумасшедший. А он хоп. И все мажет. А есть стрим от Ташкарика? Да, но он без премиума. Набирающий популярность. Охотник на охотников на охотников. Супербосс паук. Ташкарик. Там Петр продолжает вести хронологию событий. Может, реально его фехтовать прямыми ударами? Проверим. Ну, чтобы... Зачем ты это делаешь? Там пауки! Вот я не очень, а? Опять глазастый ходит. Нифига себе! В прошлый раз было как-то по менее жестко. Фух. На стримфест. Я представляю, как ему будет интересно. Ну, как с Игромира видео. Получится, там много интересных лиц есть. Профессиональных. Не очень. Нет, там больше профессиональных, конечно, стримеров. И это великолепная возможность пообщаться. Пообщаться, поучиться. Может, потроллить. Вон он, смотрите, что творит. Бля. Нет, тебя я трогать не буду, глазастый. Слишком хорош. Ну. Да.
Ну я тыкаю, как могу. Он меня тут охлаждать пробует опять. А зачем я без выносливости пошел? Хорош уже. Нет. Ну я не могу так. Перерыв, пацаны. Господи, как он меня унижает. За что? За что, Женя? Там камера работает. И что? А ты ходишь. Непонятно в чем. Главное, я увеличил дистанцию, так эта скотина в ту же, блин, минуту, секунду изменил тип оружия, чтобы достать до меня этим мечом. Смерть, смерть. Да как? Я же летел... Мне казалось, это кинкатик был. Демиург Крус. Конец цитаты. Не хочу сказать, не громко ли сказано, немного ли на себя берете, Михаил. Воу-воу-воу, полегче, Демиург. Во-первых, не я себе такое писал. Для начала. Во-вторых, что-то в этом есть. Может, ты историю не знаешь? Стриминга. Нашего родного. Но Woodgame имеет какое-то отношение к стримингу. Я думаю, он просто молодой. Он явно с нами не 8 лет. Он не помнит. Камера Вакарин поддержит. Да, главное, чтобы... Ладно. Не слишком ли нескромная себя? Да ну тебя нафиг! Так, уходим. Так, ну попытка номер уже не помню какая. Опять! Знаете, как я хочу в FIFA поиграть? Кто бы знал. Ладно, давайте на сегодня Bloodborne закончим. 3,5 часа всего получилось, но динамика отрицательная. Время, конечно, детское. Это просто капец. Я еще раз вас сагитирую приходить, если вы находитесь в Москве или недалеко от Москвы, на Стримфест. Там будет, я думаю, кто-то из стримеров вам будет знаком. Там будет возможность и пообщаться, пофоткаться. Мы сделаем специальные футболочки. Футболочки. Вот, для тех, кто придет для... Ну, в смысле, на вот по этой ссылочке. Купить билет на Майкер. Именно на Майкер надо нажимать. Вот. Должно быть интересно. Ну, там еще будет хозяин Гудгейма. Леша тоже приедет, поэтому будет вообще-то бомба. А на этом я, к сожалению, с вами прощаюсь. Bloodborne меня выжимает. А FIFA не работает. Поэтому увидимся с вами завтра вечерком. Хорошего вечера, спокойной ночи.